Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы отправимся в увлекательное путешествие с Нуной и Лисом, стремящихся найти источник непрекращающейся метели, которая может разрушить весь мир. Играть. Новая игра. Продолжить. Инуиты. Это коренные жители Аляски, на протяжении тысячи лет успешно проживающие в одних из самых сложнейших условий на Земле. Живой народ, живая культура. Среди прочего, многим необходимо понять, что мы не какой-то музейный экспонат. Инуиты – живой народ, живой культурой. Хотя мы и живем на Северной Аляске, охватывающей огромную территорию от Нома и до самой канадской границы, все дело в огромном значении для нас взаимосвязи и взаимозависимости. Наш народ – общество охотников, общество собирателей, которое живет тысячи лет. Вот что создает нашу культуру. Особое взаимоотношение между людьми, миром природы, и животными, которые учат нас, как построить общество, не нанося слишком много вреда миру. Любовь и уважение к природе и друг другу, к старшим. Главнейшая фундаментальная ценность, ключ к жизни. Наши ценности – вот что связывает нас всех. Важность того, что необходимо делать друг с другом. Важность духовного взаимодействия и связи с землей. Наши традиции – то, как мы охотимся. Истории, песни и танцы. Я инуит. Я с Северного Ледовитого океана. Инупиагуруна. Я инуит. Для меня это очень важно. Вот кто я. Вот какой я человек. И мы гордимся тем, кто мы, и мы хотим, чтобы все это продолжало жить. Ну, начнем. Я расскажу тебе старинную историю. Я слышал ее от Насрука, когда был еще совсем маленьким. Говорят, что далеко отсюда жила одна девочка. Вместе со своей семьей. Девочка обожала охотиться. И, повзрослев, уже много чего умела. Однажды началась сильная метель. За ней пришла еще одна метель. И еще одна. Жители деревни больше не могли охотиться. И им угрожал голод. Но девочка задумалась. Что же было причиной такой метели? И решила найти источник метели. Хорошо бы послушать историю. Мы были заняты целыми днями напролет. Просто просыпаешься и немедленно берешься за работу. Сразу же заняться всегда есть чем. Бездельничать не приходилось. Отдохнуть можно было лишь после еды перед сном. Кто-нибудь из старших мог просто лежать, отдыхать и вдруг сказать, что, мол, хорошо бы сейчас послушать какую-то историю. И затем как-то, само собой, кто-то мог просто начать рассказывать историю. Повествование для инуитов очень важно, так как оно позволяло не только создать чувство общности, но и передать мудрость следующему поколению. Это было как телевидение. Слушать истории было ничуть не хуже, чем смотреть кино. И рассказывали все так выразительно, что повествование было таким же захватывающим, как блокбастер какой-нибудь.
Нам рассказывали эти истории не просто так. Они были полны знаний, традиций, того, что нам надо знать для жизни. И это касалось всего, не только поиска еды, выживания или благосостояния, но и важности общения с людьми и необходимости приносить пользу своей общине. Все мы создаем истории. Все мы живем в историях. Все мы рассказываем истории нашим друзьям. И они должны быть рассказаны. Они должны быть услышаны. Метель не ослабевала. И стоило девочке немного пройти, как она столкнулась с реальной опасностью. Дай бежать. Пробел, прыжок. Все, залагал. Проблема игры. Куча багов, куча лагов, куча подвесонов. Отталкивают сразу же. Уходящий экран куда-то, непонятно куда. Ну что мне делать? Вернуться в игру я только могу. Контрольной точки, у меня еще нет контрольной точки. Мне надо начинать игру заново. Ай, господи. Я расскажу тебе старинную историю. Нас руки, когда было еще одним маленьким, короче. Говорят, что далеко отсюда жила одна девочка. Вместе со своей этой лаской. Девочка обожала охотиться. И много чего умела. Опытная девочка. Так, попытка номер 2. Метель не ослабевала. И стоило девочке немного пройти, как она столкнулась с реальной проблемой, короче. Мохнатый косолапый убийца, присланный из ледов. Пробел, прыжок. Пробел. Косолапый, тебе не надо пробел клацать, можешь просто отвянуть от меня. Ласкун-поласкун, друг девочки. Ну что, в этот раз придет герой или нет? Сердце гибнет. В огне дышащей лаве любви. Так, еще раз пробую, если нет, то все, нахер. Да задолбал ты со своей историей, Вася.
Так, мне ли показалось, ли там полоскун просто в пропасть падает? А ну, попытка номер 15. Короче, есть у девочки друг. Полоскун, вон он. На втором плане. И он у меня почему-то падает текстуры. Во-во-во, вот. Он тупо падает, он там пройти не может. Да, классный, классный шлак от Epic Games, спасибо, Epic Games. Еще раз, а ты хочешь сказать, мы не увидим геймплей? Мы не увидим эту замечательную игру? Нет, я хочу вас обрадовать. Я немножко вчера поиграл, но у меня, короче, слились две дорожки. Я обычно пишу двух дорожек, чтобы всякие щелчки удалять, чтобы, ну, не клацало, потому что оно мне муляет. И вы увидите геймплей этой прекраснейшей игры. Все, пасочки. Опа, а сейчас я не понял. Это дух, что ли? А, теперь я буду песом убегать. Все, он булькнул. И чё? Опа, совенок. Или филин. Песец возберется на стену. Переключаемся на песца. Песец у нас шарящий воин. Что? А ну давай, 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 молодец. Левый shift. Опа. Поползли, полезли. Короче, тут такие головоломочки, я понял, будут. Надо на песца переключиться. Реальный песец. Прикольно. Надо на девочку переключаться. Она медленная. Писец. Переключаемся. А плюс space. Что мне нужно сделать? А, мне надо, наверное, на духа запрыгнуть. Теперь девочка тоже на духа запрыгнет. Че дальше? Теперь на песа. И опять песом. Ага, ничего себе она попрыгуня. Вместе с девочкой. Ой-ой-ой. Давай, давай. Shift, shift, shift вроде. А, левый control. Сопротивляться буря. Ага. Нифига себе. Попрыгун. Запрыгиваем на духа. Ай, поспешил, поспешил. О, нормально тут сработало. Так, девочка, не орчай меня. Там на такую скалу запрыгнула.
Ух, нифига себе. Вот это она только что проскользила. Жесть. Сотрясение мозгов будет. Чувствую. Давай, давай, писец. Ай-яй-яй-яй. Сложность головоломок будет улучшаться? Что там? Что случилось? Было сразу так сделать. Что за ёжик? Нихера себе. Так. Кажется, мне с ветром надо. Уху! Угу. Головоломки все сложнее и сложнее. Опираться на стену, чтобы спрыгнуть со стены. Ай, блин. Вася, ну серьезно. Опачки, вот. Так, вот, ну блин, ну изи все, изи же, изи. Сказал человек-сова. А, это человек-сова, блин. Откуда меня знаешь? Подумала девочка. Если бы у меня был мой барабан, я мог бы помочь тебе найти того, кто разрушил твою деревню. Что за тролли? Доброго времени суток. А, девочка! А, нормально все. Все под контролем. А и shift. Схватить и передвигать предмет. А и shift. Их игра на барабанах была превратна девочке. Как мое пение. И не вышло посмотреть, кто там шумит. Ой-ой-ой. Давай резче, резче. Нихера себе. Ой-ой-ой, неправильно, неправильно. Давай, ежик, кидай. Очень сложная головоломка. Давай еще. Да я уже думаю, запрыгнуть смогу. Эй, ежик, ты че? Алло, сейчас тебе жахну, ё-моё.
Девочка перехитила маленьких человечков. Нашла барабан человека-совы. И шо дальше? Так, продолжаем. Так, shift, shift. А, тут ничего двигать не надо. Не надо. Сначала получается... Этот сурочек залезет сюда. Скинет эту веревочку. Потом вот эта девочка подвинет вот эту штучку. Клетку с камнями, что там, не знаю, не вижу, не понимаю. Все, супер. Барабан. А, девочка вернулась вместе с барабаном. Он был так счастлив. И так горд девочкой. У него был для нее ответный подарок. Человек-сова сказал: «Я сохранил это для тебя». Это яйца северных медведей. Жесть, что для счастья надо? Давай, 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 мелкий, не отставай. О май гад, это был Данила. Ты что, крэйзи? Чтобы нацелить... Я смог. Ну опять дух цапли какой-то. На, пробежать вперед, что ли, чтобы она опять выше стала. Да, мы тут... полегче, что ты делаешь? Хера себе, он улетел. Бумеранг. Бумеранг же у нее есть вот тут. Ё-моё. Точняк, жесть. Девочка, все хорошо будет. Погнали. Эх, и ветрюганы, блин. Доброта. А, черед должен притянуть девочки этого. Ага. Девочка должна стрельнуть. Девочка-стрелок. Так, тихонько, тихонько. Ветрюганище. Не, ну игра не по мне такое. У-ху.
скучноватая игра, конечно. На околице деревни парочка наткнулась на ужасного человека. Фаермен. Он приказал ей остановиться. Жесть, вот это удмурт. Еще фаерболами стреляет. Чекидается. Не похож чем-то саблезубого. Чудо сбежал. Два дня они дрейфовали на льдине. Пока не достигли, наконец, тяжелого льда. Но это не было поводом для праздника. Так, и что тут? Сурикен нам поможет. Лед был непредсказуем. Парирующий Михаил. Сейчас я не понял. Меня ожидал один и тот же конец постоянно. Шлюпки за нами вернутся, Роза. Надо еще продержаться. Они вышли в сторону из-за воронки. Но теперь они за нами вернутся. Чтоб он сюда встал, я вот типа перепрыгнул. Ага. Опачки. Так она не допрыгнула. Е-бой. Так, what the fuck? Что, Михаила ждать нужно или чё? Не пойму ничего. Не горю я в такое желанием играть, короче, главное меню. Если, конечно, вы хотите просто узнать о жизни и культуре северного народа, просто можно, да, можно поиграть, позалипать. Тут кучу багов, кучу лагов просто непонятных, которые отталкивают. Я не хочу играть в такое. Ладно, всем до скорых встреч. С вами был Розе.